Ежегодно в Иркутской области проводятся сотни различных мероприятий. Всю большую часть из них составляют разнообразные волонтерские акции. Одна из них – «Экомарафон 360 минут». В этом году готовятся побить рекорд по количеству участников. Сегодня в столице региона открылась первая выставка об истории проекта. На мероприятии побывал наш корреспондент Павел Желудев. Голубая ленточка – символ не только мирного неба, но и чистой земли. Сегодня это еще и атрибут торжественного открытия выставки. На фотоснимках и видеоинсталляция «Хроника экомарафона 360 минут». Площадкой для экспозиции иркутский планетарий выбран не случайно. Для нас это очень хорошая возможность, для нас это очень приятное участие. Мы всегда хотели как-то быть причастными к этому. Мы проводили, например, астрономические субботники. Он проходил у нас в Большом Голоустном, и там мы прибирали территорию, убирали мусор вместе с волонтерами. Самые впечатляющие кадры выставки сделаны со дна Байкала в этом мае. Там уборку в рамках марафона проводили впервые. Сразу 22 дайвера. И это стало еще одним рекордом, которых за 7 лет существования эко-акции было уже немало. Хотя начиналось все со 100 активистов, сотрудников Иркутскэнерго. В этом же году число участников вполне может достигнуть 100 тысяч. Увеличилась и территория охвата. Уже в 2015 или 2016 году в составе волонтеров были представители 5 стран зарубежных. Поэтому этот проект действительно уже перерос границы нашего регионального проекта. Он давно уже стал даже не российским проектом, он давно уже стал международным проектом, что в принципе абсолютно логично. В год экологии акции марафона организаторы компании En+Group проводят сразу в 11 регионах страны. Все мероприятия, а их состоялось уже более 70, часть комплексной программы по защите Байкала и других заповедных территорий России. Ключевая акция пройдет на берегу озера 9 сентября. Желающих попасть туда так много, что пришлось даже провести конкурс. У нас есть тут два этапа. Первое – это волонтеры со всей России, которые могут провести свои собственные волонтерские мероприятия, эко-волонтерские по помощи природе в течение года. И вторая часть – это корпоративные волонтеры. Это действительно ноу-хау проекта, который стартануло в прошлом году, и за счет чего мы смогли объединить порядка 15 крупнейших компаний России и мира. На ключевую уборку соберутся не только самые активные волонтеры, но и известные артисты и телеведущие, поддержавшие эко-движение в разных городах. Однако сделать свой вклад в общее дело может каждый. Достаточно просто сохранять чистоту Байкала. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням.